хожу по воде. Прямо как... как... Как кто? Как водомерка. А ты что подумал? Неважно. Что, думал, ничем ты тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч, а я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал 5 рыцарских добродетелей. С моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты доказал, что способен проявлять сочувствие. Ты человек чести, в чем убедились многие. Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Ты руководствуешься разумом, что свойственно мудрым. Ты доказал, что 5 рыцарских добродетелей тебе не чужды. Значит, я могу нырнуть за мечом. Это оружие для мастеров. Для лучших из лучших. Так что покажи, на что ты способен. Будем биться посреди озера. Ты готов? Можем начинать. Так обнажи свой меч. Это моя любимая часть риска. Всяких сомнений, ты достоин владеть магическим мечом. А вот и твой Арандит. Мы, кажется, знакомы? Конечно, знакомы. Пустынник же сказал, что знает, кто ты. Владычица озера. Это я. Носи этот меч и не забывай, что добыл его, доказав, что ты человек праведный и что действуешь ты во имя добра. Надеюсь, в этот раз ты его не потеряешь. Просто замечательно.